Здравствуйте! На дворе август. У нас прошло пару дождиков, и мы приехали посмотреть грибочки. В последнее время была сильная жара, и ничего из грибов. Ягоды было много. Черники. А в конце сезона черники мы обычно собираем лисички. И вот посмотрите, сколько радости. Лисичечка. Их пока немного. Но вот кучка успела вырасти до хорошей кондиции. И вот там вот. И еще есть. Ой, какая розочка, какой цветочек из лисичек. Превосходно. Вот это удача. Еще куча лисиц. Они уже издавна здесь сидят. Некоторые подсушились. Какая модная лисица. С воланами на юбке посередине. Заберем. А вот и маленькие попросыпались. Все равно их заберем, не погребуємо. Это побольше, а те уже совсем как кнопочки, пускай сидят до следующего раза. Вот еще сколько черники. Сладкая, вкусная, сочная. Большая, как вишни. А Василий сюда ехать и не хотел. А здесь все по-серьезному. Вот как. Они, видно, еще в жару появились. А пошли дождики им на руку. Они подросли. Вот как здесь рясно и обильно с лисичками. Под пенек запряталась. Косим. Какие волнистые. Чтобы не повредить. Красавица. Ох, и урожай. Вася даже и пакета, и сумку, и ведро не взял. Мы и не надеялись. Класс. Банкет продолжается. Жучок притаился, думает, чем бы поживиться. Эти места известны и бесконечно популярны.
Но получается, что мы опять попали сюда раньше всех, когда начинаются грибы. Как-то один год мы тоже сюда так налезли на лисички, а потом приезжали, и уже все, уже единично. Как бы после всех, до всех. А сегодня мы вперед всех здесь. Какая красота! Костяничка. Белый грибочек. Ну, чуть побитый. Там дома разберемся. Собачки или посушить. Ох, какие желтые фонари вокруг тропинки. Украшение лесной дорожки. И там, и вот туда берем. О, какой грибок ковбойской шляпки с загнутой. Так, так, беленький. Отлично. Ландыши, ландыши. А в ландышах рыженькие фонарики. Сколько радости, настроения и адреналина. И там. А вот здесь какие яркие. И только увидела, только увидела. Какое богатство. И вы это видите? Бомба. Бомба, красивый, хороший белый гриб. А, какой красавец. Он еще не старый. Чистый? Нет, не чистый, но мы его все равно заберем вам брауну. Да, брауну. Да я и сам его уже. Брауну. Сыроежечку да. Тоже заберем. Да, наверное, порция. А нет. Деревья. Плютейчик растет на древесинке. Пускай дальше растет. Куда ты залезла? Вылазь. Красотуля. И сколько прошла на этой стороне, чтобы найти аж одну лисичку? На этой стороне нету. Ну, такая доля грибника. Нужно ходить. Под лежачий камень вода не потечет и грибы не подкатятся. Опять плютей. Я их видела сегодня много. Брать не буду, но очень приятно видеть начинающееся грибное разнообразие. Вот оно, разнообразие. Грибочки пошли.
Будут поганки, будут и хорошие грибы. Красавица рябинка. Но в этом лесу рябины мало. Ух ты! А я 10 раз здесь проходила. И этот черенчик не увидела. Вот так, да, вот так ходи. Говорит, дерево упало на глазах. Это опасно. В лесу подстерегают свои опасности.